Надежда Викторовна, если меня мама не заберет, я буду тут жить. Да как же ты тут будешь жить? Она тебя обязательно заберет, она же тебя любит. Я уверена, ее задержало какое-то очень важное дело. Надюша, ну что, всех моих уже разобрали, пойдем? Не могу пока. Не, ну его мамаша опять в своем репертуаре. Интересно, кем она работает? Да никем она не работает. Да, Верочка, не нравится мне уже этот цвет ногтей. Да. Здравствуйте, Эльвира Александровна. Здравствуйте. Ага, ну перекрасим. Давай, иди, одевайся. Эльвира Александровна. Я перезвоню. Простите, пожалуйста, нам поговорить нужно. Я пойду водички попью. Давайте быстрее только, у меня куча дел еще. Дело в том, что Денис, он немного замкнут, у него совсем нет друзей. И он все время затевает драки. Дети дерутся, это нормально? Да, но Денис особенно нервный. Мне кажется, ему не хватает вашего внимания. Вы все время забираете его последним, а иногда ему кажется, что вы за ним не придете. При этом он видит, как других ребят забирают вовремя и часто срываются на них. Денис, давай быстрей! Пожалуйста, уделяйте побольше внимания ему. Ну, поговорите с ним, обнимите его. Я сама знаю, что мне делать с моим сыном. Дело в том, что если вы все оставите как есть, в скором времени ему понадобится помощь психолога. Вы хотите сказать, что я делаю своего сына психом? Да нет, ну... Ты кто такая, чтобы читать мне нотации? Знай свое место. Воспиталка. Ольга Сергеевна, к сожалению, обрадовать вас не могу. Экстракорпоральное оплодотворение вам противопоказано. Оль, только не волнуйся, пожалуйста. Доктор, какие есть еще варианты? Можно воспользоваться услугой суррогатной матери. Ну, раз нет другого выхода, я готов. Я не хочу, чтобы нашего ребенка вынашивала женщина, для которой это просто способ зарабатывания денег. Послушайте, ну вы можете попросить об этом кого-то из своих родственников. Так многие делают. У нас нет таких родственников. А Лера? Твоя сестра? Ты шутишь? А у вашей сестры есть дети? Ну или были? Нет. Тогда она не подходит. Ну что ж, раз нет другого выхода, будем обращаться к посторонним. Вы зря так беспокоитесь. У нас есть отличные кандидатуры, проверенные. Вы можете лично пообщаться с каждой из них и сами выберите суррогатную маму. Я подумала. Может, все-таки возьмем из детдома? Родная моя, мы это уже обсуждали. Ну, мне нужен мой ребенок, нам нужен наш ребенок. Лучше будет не совсем наш. Ну, его 9 месяцев будет вынашивать какая-то женщина, о которой нам ничего не известно. У меня есть мысль, кто может стать суррогатной матерью. Кто? По дороге обсудим. Надюш, это мамаша из блатных. Она заплатила заведующей за то, чтобы ее сына взяли к нам в сад. И считает себя здесь на особом положении. Будь поосторожнее с ней. Катя, какая разница, из блатных она или нет? Речь ведь не о ней, а о ребенке. Ну, Надежда Викторовна, хорошо, что вы здесь. Почему Синицкая до сих пор не сдала деньги на новые шторы? Инга Эдуардовна, у Синицкой сейчас тяжелое финансовое положение. Она в разводе, одна воспитывает 2 детей. Ну что? Ни я, ни вы не обязаны вникать в ее проблемы. Примите меры, пожалуйста. Вот грымза. Ну что, ты наконец-то решила обновить гардероб? Кстати, эта кофточка очень миленькая, тебе пойдет.
Да кофточка подойдет, а вот кроссовки новые Полинки давно нужно было купить. Понятно. Ничего себе, все дочери. Ты когда начнешь думать о себе, любимая, а? Для меня любимая, у меня есть дочь. Слушай, я, конечно, понимаю, что ты идеальная мама, но, может, стоит задуматься над тем, чтобы у Полины появился отец? Пусть и не идеальный. Интересно, а на кроссовки у них скидки есть? А вот если бы у Полины был папа, он бы купил ей любые кроссовки. Ты бери пример с меня. Ну и что, муж постоянно в командировках. Дом бывает редко, деньги зарабатывает. И идеальный мужчина. Мужик должен любить тебя. Будет любить тебя, будет любить твоего ребенка. Ну что, голос разума проснулся? Более чем. Серьезно? Надо брать. Думаю, в конце недели купим. Может, я тебе одолжу, и ты купишь прямо сейчас? Нет, Кать, спасибо, конечно. Ты же знаешь, что я не люблю жить в долг. И потом обувь ее же нужно мерить. Спасибо, дорогая. Ладно, тогда сейчас ко мне на чай. Идем. Нет, я не могу, у меня же сегодня Куренева. Блин, вот это облом. А я распланировала. Надь, вы закончили? Как неожиданно она взялась, оторвалась и все. И... Да не переживайте, это я разбила эту вазу. Правда? И чтобы Коля не расстраивался, я просто ее приклеила, потому что он ее подарил на годовщину. Честно, вообще она уродливая. Ну, а как ваша Полина? Хорошо. Скоро соревнования? Через 2 недели. А не будьте против, если мы с Колей придем за него поболеть? Конечно, приходите. Мы будем очень рады, если вы придете. Хорошо. Когда закончите, спуститесь вниз, пожалуйста. Мы вас там ждем. Нужно поговорить. Я тебя умоляю, Лерон, Лерка, как я люблю этот хруст. Клиент наш оказался лопух. Ты же видела, как он подписывал документы? Весь такой. Золотой паркер, коплы. Золотые, не глядя. Ну, дай Боже. Чик-чик. Погоди. Что? Это мое вознаграждение. За гениально закрытую сделку. Чуть не забыл. Ты забудешь. Сейчас. Ну, конечно. А вообще, когда я с тобой рядом... Валерия! Я забываю про все на свете. Деньги еле засунула в сейф. Подожди, закрою. Лера. Не подглядывай. Моя очаровательная бизнес-леди. Ой, да. Жалко только, что мой бизнес – это риэлторская контора, а не нефтяной концерн. Ну, потерпи еще немножко. Совсем скоро твоя контора станет номер один в этом городе. А все почему? Почему? Ну? Ну? Потому что с тобой работали гениальные юристы. Скромность, смотрю, это не твой конек, да? Да, я гений прочь сомнений. Так что? Что? Ну, не вопрос, звони в ресторан, заказывай столик и отметим. Хочешь сделать это в ресторане? Может, в Немермаге? Пример. Вот зараза ты такая! Дверь закрыл? Да. Пойду посмотрю. Мы ждем кого-то? Да не ждем. Вы хотите, чтобы я стала суррогатной матерью вашего ребенка? Да. Ну почему я? Там, в этом медицинском центре, неужели нет подходящих женщин? Просто мы с Колей
Не хотим, чтобы нашего ребенка вынашивала какая-то посторонняя, подходящая женщина. А вы не посторонняя. Вы уже год у нас работаете, и, не знаю, мы вам доверяем. Надя, если вы согласитесь, пройдете медицинское обследование, подойдете по состоянию здоровья, то мы с вами заключим официальный договор. И я заплачу вам гораздо больше, чем платят обычно. Потому что нам нужны именно вы. Да. 40 тысяч евро вас бы устроили? Нет, извините. А почему? Может быть, вы хотите большую сумму? Так мы это обсудим. Это дело не в деньгах, но... При чем здесь деньги? Вы... Послушайте, ну это ненормально. Как можно вынашивать чужого ребенка? Ну, я не очень себе представляю, как это возможно. Ну, вы же меня понимаете? Понимаю. Ну что ж, ваша позиция мне ясна. Очень жаль. Вы мне, пожалуйста, извините, мне пора. Ну, а что еще передумаете? Нет, нет. Мы подождем. Нет. Извините. Константин Иванович, рада вас видеть. Да? А я вот совсем не рад, Валерия Евгеньевна. А что-то случилось? Случилось? Хозяин склада, который вы мне подсунули, не имел права его продавать без согласия своей бывшей жены. Так. Константин Иванович, да, на момент совершения сделки они были мужем и женой. Формально. Так как уже состояли в процессе развода. Поэтому это всего лишь несущественный... Без документально подтвержденного согласия этой женщины, этот договор Филькина грамота. Вы прекрасно это знаете. Он недействительный. А я хотел завтра ремонт там делать. Вы не волнуйтесь, мы что-нибудь решим. Нечего тут решать. Вы сейчас вернете мне деньги, и все. Вот, пожалуйста. Пересчитайте. Герман. Если вы хотите, да, вы имеете на это право. Мы аннулируем договор, вам останется только его подписать. И на этом, надеюсь, инцидент будет исчерпан. Мы приносим извинения за это упущение. Это не упущение. Это мошенничество чистой воды. Я вообще мог бы сюда не заходить, а сразу пойти в суд. И только из уважения к Николаю я решил лично сообщить. Я уверен, если бы ваш брат знал, чем вы тут занимаетесь, он никогда не посоветовал бы мне вашу контору. Очень прошу, давайте будем точны в формулировках. Нет никакого мошенничества, есть юридический казус. Знаете, это не вам решать, это в суде решат. Мошенничество это или казус. Да вы неправильно все поняли. Отлично, все закончено. Хорошо. Все, слазь. На сегодня закончили, достаточно. Все, завтра только добавим парочку элементов. Можно я добавлю двойное сальто назад? Пока нет. Пожалуйста. Мы к этому вопросу вернемся попозже. Сейчас ты молодец. Ты совсем справилась, все, достаточно. Мам, привет. Я сейчас. Привет. Одевайся. Мама, можно мы сегодня с Оксаной в кино сходим? Когда? Сегодня в 9. Говорят, классный фильм. Там Хатчерсон играет. Думаю, что не стоит. Почему? Полиночка, ты помнишь, что у тебя завтра утром тренировка? Ты о чем задумалась? Расстроилась, что в кино не пошли? Нет, мам, не расстроилась. Тренировка важнее. А что тогда? Я так волнуюсь перед этими соревнованиями. Ну, что-то ты рано, есть еще время поволноваться. Мам, Динамо Кристина Лосева, знаешь, какая крутая? Ты у меня круче. Угу, у нее программа сложнее, чем у меня. Мам, а давай вместе уговорим тренера, чтобы она мне разрешила сделать двойное сальто назад, а? А тренер почему против? Говорит, что мне еще рано, а я смогу. Ну что, попросим ее? Полиночка, раз тренер считает, что рано,
Значит, тема закрыта. Я вот не понимаю, как тебе вообще кусок в горло лезет? Плотный обед помогает мне думать. Думать? Мыслитель. Ты же говорил, что клиент лопух, и все прокатит. И что? Он теперь в суд на нас подаст? А скажи, твой брат и этот наш лопух, они как давно знакомы? Вообще, какие у них отношения? Твой брат может его как-то уговорить? Нет. Я не хочу палиться перед своим правильным братцем. Нужно придумать другое решение. Так он же ему расскажет. Они же приятели. Поэтому тебе надо его опередить. И поговорить таким образом, что, мол, у вас не было никакого злого умысла. Мы не доглядели. Упущение. И вообще, я думаю, что до суда не дойдет. Я бы рискнул. Ты уже рискнул. Со своим бизнесом за границей. И что? Что? Лишение лицензии. Я считаю, что ты еще легко отделался за свои махинации. Ну я же отделался, Лер. А я вот думаю, что мне так не повезет легко отделаться. И дело дойдет до суда. В таком случае тебе нужно поговорить с братом. Пусть он решит эту проблему. Полин, мы как с тобой договаривались по поводу мобильного видео? Перестань портить глаза. Мам, смотри, это двойное сальто назад. Тут все просто, у меня точно получится. Ничего себе просто. Да я его пошагово уже посмотрела. Там в самом начале надо очень сильно толкнуться. Тебе тренер что сказал? Нет, значит нет. Ты у меня и так победишь. Без всякого двойного сальто. Мам, ну с двойным сальто я точно бы победила. Представь, я стою на пьедестале, на первом месте. Ты мне из зала машешь. Потом подходишь ко мне. Все на нас смотрят. Соперницы мои завидуют. Жаль, что у нас нету папы. Был бы папа, у нас была бы настоящая семья. У Светы и у Оксаны папа с мамой всегда приходят на соревнования. Ну, Полин, разве так у нас с тобой не настоящая семья? Настоящая, но... Полиночка, мы же уже говорили по поводу твоего папы. Ну, так получилось, что мы с ним расстались. Еще до твоего появления. Неужели ты хочешь, чтобы я тебе сказала, что он летчик, космонавт, пожарный, который погиб как герой? Ну, я всегда хотела быть с тобой честной. Лучше уж горькая правда. А может, было бы и лучше, если бы ты не соврала. Тогда бы я не думала, что мой отец живет где-то там. Ему плевать, что у него есть дочь. Ладно, спокойной ночи. Да. Да, Владислав Олегович, конечно. Могу через сколько? Минут через 20. Нет, не вопрос. Удобно, удобно. Удобно. Я подъеду. Я не поняла, кто такой Владислав Олегович? Что ты среди ночи спешишь, сломя голову? Наш потенциальный клиент, Лера. У меня с ним переговоры юридические. Так а почему такая срочность? Почему нельзя перенести встречу на завтра? Нельзя. Дедушка очень капризный, старенький, полуношник. Он зависает по клубам с девчулями. Позвонил, все, давайте едьте. Я лучше сделаю один раз, как он хочет, чтобы нам потом было хорошо. Окей? Владислав Олегович, добрый вечер. Добрый, говоришь, значит, ты принес мне деньги? Пока нет. Герман, мне бы не хотелось идти на крайние меры. Владислав Олегович, я рассчитывал отдать долг с тех денег, которые получу за крайнюю сделку. Но совершенно неожиданно для меня. Мой клиент аннулировал договор. Он у меня сорвалась сделка. Сорвалась, говоришь.
Когда ты пришел ко мне за деньгами на открытие юридической фирмы, я раз долго думал? Я пошел тебе навстречу, дал бабки, даже без процентов. Да, но вы ведь хотели брать процент со следующего визита. А и что в итоге? С бизнесом-то у тебя не срослось? И хотел бы я сказать, что это твои проблемы, если бы не мои деньги. Признаюсь, я огорчу. Очень. Я отдам. Вернешь, конечно. Если не хочешь проблем со здоровьем. Как минимум. Чтобы 1 числа деньги были у меня. Я вас услышал. Ради бога, не думайте, что я... На джерью. Переходи, переходи на руку. Хорошо, сейчас. Давай сейчас еще раз вторую часть, просто отдельно. А можно я попробую двойное сальто назад? Нет, ты не готова. У меня получится. Кто я? Как кто? Вы мой тренер. Ну, поэтому мне лучше знать, что ты сейчас можешь сделать, а что нет. Пожалуйста, вторую часть. До конца. Со скоком бланш. Зайдите ко мне, пожалуйста. Слушай, что-то наша Грымза сегодня не в духе снова. Смотри, на рожон не лезь. Постарайся, посмотри за моими. Хорошо. На джердью. Переходи, переходи на руку. Не дергай головой. Соскок, Полина. Полина, не смей. Полина! Надежда Викторовна, на вас поступила жалоба от мамы Дениса Левашова. Вы хамили ей в присутствии ее сына. Инга Эдуардовна, я не хамила ей. Я объясняла ей ситуацию, сложившуюся с ее сыном. Я не сомневалась, что вы все будете отрицать. Данил, я могу вам дословно передать наш разговор. Мне это неинтересно. В общем, я рекомендую вам впредь не превышать своих должностных обязанностей. Но в мои обязанности входит беседовать с родителями, если я вижу, что они вредят собственному ребенку. Ваше мнение ничего не значит. Но... Вы, если вас что-то не устраивает, можете уволиться. Я вас не держу. Надеюсь, вы поняли меня. Вижу. Поняли. Да, Ирина Николаевна. Что? Как упала? Здравствуйте, мне сказали, Полина Соловьева, реанимация. А у девочки кто? Я мама. Я Алексей Вершинин, нейрохирург, делал операцию вашей дочери. Что с ней? У нее перелом позвоночника и задет мозг спиной. Сейчас она находится в палате интенсивной терапии, еще пока без сознания. Я хочу ее видеть. Только недолго. Вам нужно идти? Я могу остаться. К сожалению, не положено. Вы не беспокойтесь за вашу дочь. Она находится под постоянным контролем. Вы можете прийти завтра. Скажите, последствия у этой травмы какие? Ну, очень тяжелые. Это же позвоночник. Когда она сможет приступить к тренировкам? Она занимается спортивной гимнастикой. Извините, вас как зовут? Надежда Викторовна. Надежда Викторовна, после таких травм люди иногда не ходят. Не говоря уже о спорте. Коль, ну я уверяю тебя, я сама лично проверяла документы. Я понятия не имею, как вообще возникла эта ошибка. Я просто очень устала. Я каждый день как белка в колесе. Ну ты же меня знаешь, у меня все всегда честно. А тут вдруг такое.
Это же пятно на моей репутации. А если суд? Это вообще ужас. Ну, Лер, Лер. Я все понял, и я целиком на твоей стороне. Правда? Ты веришь мне? Конечно, верю. Ты же моя сестра. Спасибо тебе большое. Я обязательно переговорю с Костей, все ему объясню. Угу. И наверняка он передумает. Думаешь, все будет хорошо? Я Костю знаю не первый год. Он человек вспыльчивый, но быстро отходит. В общем, решим вопрос, Лер. Решим. Коля. Ну. Спасибо тебе большое. Я так тебе благодарна. Я не знаю, что бы я без тебя делала. Я хочу, чтобы ты знал, что если вдруг тебе понадобится какая там моя помощь, я всегда, всегда сделаю все, что в моих силах. Ловлю на слове, сестренка. Я обещаю тебе. Идем чаю выпьем. Идем. Доктор, что нужно сделать, чтобы моя дочь начала ходить? Прежде всего, нужно будет поставить имплант поврежденного позвонка. Ну и последующие длительные курсы реабилитации за границей. Это будет стоить немалых денег. Сколько? 40 или 30 тысяч евро. Но вначале нужно дождаться, пока позвонок срастется, это где-то месяца два. Ну и после этого уже импланты ставить. Ты же я найду такие деньги за такой короткий срок. Есть благотворительные фонды, я могу вам дать телефон. Думаете, там помогут? Возможно. И за такой короткий срок я должна найти эту сумму. Может, квартиру продать? Да нет, ну ты что? Куда вы потом вернетесь? Где жить будете? Да придумаем что-нибудь. Это не вариант. Почему? Надюш, ну подумай сама. Квартира у тебя однокомнатная. Этих денег даже на лечение не хватит. Да, не хватит, наверное. Но такой огромный кредит мне не дадут с моей зарплатой. Родственников нет, помочь некому. Блин. Мы так не вовремя взяли этот кредит на машину с мужем. Надюш, прости, я финансово никак не смогу помочь. Господи, за что же нам это все? За что так мою девочку? Надюш, ну что-то придумаем, ну. Ну как-то оно будет, ну. В общем, я ради дочери сейчас готова на все. Надь, спасибо вам. И мы очень вам сочувствуем. Это большая обида. Надь, раз вы твердо решили стать для нашего ребенка суррогатной мамой, не будем тянуть. Завтра же пойдем в медцентр, вы пройдете все необходимые обследования. И в случае подтверждения, что медицинских противопоказаний нет, мы заключим с вами официальный договор. И, конечно же, мы сразу выплатим вам часть суммы, не дожидаясь ЭКО. Да, конечно. Благодарю. Да, Надя, еще. Было бы лучше, если бы вы взяли отпуск на время обследований. Да, конечно. Спасибо. Мам, а долго мне еще здесь лежать? Доктор сказал, как минимум месяц, может быть, два. Два месяца? Значит, я пропущу соревнования? Придется. А там, между прочим, отбор на чемпионат страны. Если я пропущу, мне потом целый год ждать. Оль. Ты поговори с врачом. Может быть, какую-то специальную повязку мне сделать или заморозку. Оленька. Мам, если будет больно, не страшно, я потерплю. Ну, может, и не получится. Слишком тяжелая травма. Ну, ладно. Зато за год двойной сальто назад точно научусь делать. Мам, ты чего? Родная моя, после такой травмы, как у тебя,
спорт не возвращается. Никогда? Думаю, что да. Мам, что ты такое говоришь? Ну почему? Ну, после таких травм не занимаются спортом. Значит, все? Ну, как я теперь? Ну, что уж случилось. Не конец света. Будешь чем-то другим заниматься. Чем другим, мам? Чем? Будешь архитектором. Помнишь, ты мечтала? Рисовала. Планы строила. Мам, я ног совсем не чувствую. Скажи мне только честно. Я на всю жизнь останусь инвалидом? Нет. Ты будешь ходить. Просто нужно лечиться. Это правда? Ты меня не обманываешь? Конечно, правда. Я разве когда-нибудь тебя обманывала? Да-да. Простите, пожалуйста, я только что сдала анализы. Хотела бы узнать по поводу сроков получения результатов. А вам разве не сказали? Да нет, сказали, что несколько дней. Что нельзя ли как-то ускорить процесс? Присядьте. Я понимаю, вы нервничаете, волнуетесь. Да нет, мне просто очень важно, чтобы все прошло удачно. Ну, разумеется, всем женщинам, которые сюда приходят, это важно. Иначе бы они не пришли, правильно? Нет, нет, у меня случай особенный. А не особенных случаев вообще не бывает. Ну, поймите, ничего ускорить нельзя. Нужно просто успокоиться и подождать. Гуляйте побольше на свежем воздухе, сходите в кино, почитайте книгу, но только со счастливым концом. Если результаты будут хорошие, вам еще предстоит процедура ЭКО. И поверьте моему опыту, чем спокойнее вы будете, тем выше вероятность удачного исхода. Что, ЭКО еще может быть неудачным? Ну, всякое случается, но вы об этом не думайте. Все будет хорошо. А насчет анализов, не волнуйтесь, как только мы получим результаты, мы вас наберем. Да, хорошо. Я постараюсь успокоиться. От всей души вам это рекомендую. И еще раз, все будет хорошо. Благодарю. Вы звонили в фонд? Да, я им звонила, но они сказали, что не могут помочь в такие короткие сроки. Это почему? Ну, потому что у них там очередь. Но все в порядке. Я нашла работу. То есть я... Мне дадут деньги. В общем, обещанных денег хватит на лечение Полины. Вы в этом уверены? Да, я уверена, все будет хорошо. Слушай, я это Полинке купила. Передашь? Хорошо, спасибо, Катюша. Я хотела бы ее навестить. Ты сообщи, когда можно будет. Хорошо, скажу, когда лучше будет прийти. Сейчас пока нельзя. Угу. Ладно. А что врач? Как впечатление? Вершинин? Угу. Говорят, что самый лучший хирург. Раньше в столичной клинике работал, какой-то очень престижный. О, это хорошо. Молодой, взрослый. Сколько ему лет? Лет 35-40. Женат? Кать, я сейчас об этом меньше всего думаю. Ну, не скажи, ну, допустим, если он к тебе хорошо относится, он может лучше лечить Полинку. Судя по нему, сложно сказать, что он к кому-то может хорошо относиться. Какой-то бездушный сухарь. Ладно, неважно, лишь бы врач был хороший. Ой, извини, может быть, по поводу анализов. Алло? Да? Да, хорошо, спасибо. Да, до свидания. Ну что? Из клиники звонили. Сказали, что результаты положительные, я подхожу. Ну, отлично. Здорово, все будет хорошо. Да, это только начало. Теперь лишь бы с ЭКО все хорошо вышло. Все будет нормально. Так, держи это. Передавай Полинке привет. Я скажу, когда лучше будет зайти. Да, хорошо. Все, все, созвонимся. Я вечером к тебе забегу, ладно? Хорошо.
Ну что, с основным договором все. Перейдем к дополнениям. Пункт 3.4. О форс-мажорных обстоятельствах. Нужно определить, кто будет выполнять условия договора в случае смерти заказчиков и станет опекуном ребенка после его рождения. Позвольте? Пожалуйста. У вас есть кандидат в опекуны? Только моя сестра. Она наша единственная родственница. Она согласна? Она еще не в курсе. Ты думаешь, Лера согласится? Я надеюсь. Я сегодня же с ней поговорю. Хорошо. К дополнениям вернемся позже. Ну что, подписываем основной договор? Коля. Привет. Привет. Привет, привет. Спасибо тебе большое. Проблема с клиентом решена. Да, он снял все претензии. Я не знаю, что бы я без тебя делала. Ну, был рад тебе помочь. Спасибо. Кофе, чай? Да, с удовольствием. Пойдем? Идем. Ты чай или кофе? Чай черный. Я помню. Черный чай и кофе. Да, хорошо. Спасибо. У меня к тебе есть встречная просьба. Ну, все, что хочешь. Понимаешь, мы с Олей решили воспользоваться суррогатным материнством. Ну, ничего себе. Слушай, а что, других вариантов нет? Ну, мы все перепробовали, это единственный выход. Ну, ты же знаешь, как мы хотим ребенка. Да, слушай, а как же усыновить? А вот этого уже я не хочу. Ну, дело ваше. А при чем здесь я? В договоре на случай форс-мажора нужно вписать опекуна будущего ребенка. И мы решили попросить тебя... Подожди, какого форс-мажора? Я ничего не понимаю. Ну, это если на случай... умрем с Олей, например. Ну, это просто формальность, на самом деле. Нормально, простая формальность. Коль, ты в своем репертуаре. Подожди, значит, если вы вдруг умрете, не дай Боже, то я стану опекуном вашего ребенка, правильно? Да не волнуйся, у нас все в порядке и с сосудами, и с сердцем, так что инфарктов, инсультов не предвидится. Это слава Богу. Вот, ознакомься. Спасибо. Спасибо. Ну что? Подпишешь? Ну, а куда же я денусь? Если тебе нужно, конечно, подпишу. Так. Ну что, можно вас поздравить? Да рано еще. На днях нашей суррогатной маме проведут ЭКО, а там видно будет. Ну что, давай тогда за то, чтобы ЭКО прошло удачно. Только ты держи меня в курсе, ладно? Конечно. Как только что-то будет известно, я сразу же тебе сообщу. Так что процедура прошла успешно, ну давайте сдвинемся. Ну, теперь осталось только ждать, как приживется эмбрион. А вот и наша будущая мама. Нет-нет, будущая мама – это Ольга. Я просто помогаю хорошим людям. Ну как? Все хорошо. Ну, простите, у меня пациент. Лиха беда начала. Да. Будем стучать по дереву, держать кулаки. Да. Ой, вы уже перевели мне деньги? Да, как и договаривались. Сегодня же оплачу Полине отдельную палату. Как она? Держится. Вот бы у нее все было хорошо. А мне извините, мне нужно к дочке бежать. Мы вас подвезем. Конечно. Ой, спасибо большое. Прошу. Ой, как здесь хорошо. Даже туалет есть. Ага. Душновато только, да? Давай сейчас окна откроем, проветрим. Правда хорошо? Ну-ка посмотрим, что там у нас. Мне сегодня снилось, как будто я на соревнованиях. Заняла первое место. Иду к пьедесталу, а вместо меня стоит другая. Все ее поздравляют, а я не понимаю, что происходит.
Думаешь? Мам, почему это все происходит со мной? Почему? Мне всегда кажется, что я проснусь от этого страшного сна и буду здорова. Родная моя, Колечка, ты же у меня у нас. Мы же с тобой умеем вперед смотреть. Все будет хорошо. Давай, то, что было, то было. Мам, будем идти дальше. Ну какое дальше? Ну как, устроились? Да. Ну хорошо. А долго я буду в этом ездить? Я думаю, что год или меньше. Целый год? Ну. Почему так долго? Ну это еще не долго. Могло быть и хуже. Благодаря своей хорошей физической форме ты избежала более тяжелых травм. Вот. Но для того, чтобы тебе выздороветь, нам нужна еще одна операция. А что мне будут делать? Мы будем менять поврежденные позвонки на металлические импланты. И через год я смогу ходить? Сможешь, но это зависит не только от врачей, а от тебя лично. Поэтому ты должна верить и бороться. Хорошо? Если у тебя есть какие-то вопросы, обращайся. Я всегда отвечу. Хорошо? Надь, вы не зайдете ко мне в ординаторскую? Нам нужно кое-что обсудить. Да-да, хорошо. Мам, а кто будет делать мне операцию? Вершинин? Нет, операцию тебе будут делать за границей. За границей? А разве у нас есть деньги на это? Есть. Откуда? Я нашла новую работу. Надежда Викторовна, насколько я понял, вы не до конца уверены в своей подработке. Может, вам стоит обратиться в другие фонды? Я уже заключила договор на ту сумму, о которой мы с вами говорили, и мне уже выплатили часть денег. А, в таком случае вопрос решен. Я выслал в немецкую клинику данные и историю болезни Полины, анализы и рентгеновские снимки. Мы ждем ответ. Спасибо. Это моя работа. Ну что ж, могу вас поздравить. Эмбрион прижился в рекордно короткие сроки, на 4-й день после переноса. Так что теперь правильное питание, прогулки на свежем воздухе, только положительные эмоции. Спасибо большое. Ну, пока не за что. У нас с вами еще долгий путь впереди. Еще раз акцентирую, здоровое питание. Простите, а можно сделать звук на экране? Погромче, пожалуйста, сделайте. Вчера около 18:00 на загородном шоссе номер 19 произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель фуры заснул за рулем и выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с легковым автомобилем. Уже известно, что в машине находился известный бизнесмен Николай Коренев с супругой. Оба погибли на месте. Водитель фуры не пострадал.